связь. С тобой, с твоим центром, да? Внедрите возможность реализовать новые позы к себе, чтобы он был здесь. Пока он не прекратит попытку самому атаковать. Ну, где мы здесь? Что вместе, да? Этот поток силы мы получили здесь? Мы свой выбор. То же самое. Я не совершаю механического действия. Я разрываю сейчас поток. Связь. Я не реализовался. Сам начинаю. Когда он делает захват, я не даю ему, да, войти в мою зону. Я как бы его останавливаю. Только с реальной силой. Thank you.
образования. Нет, этого нет. Когда у него есть эта возможность у партнера, у него возникает желание создавать новый поток силы, то есть новую атаку. Да? То есть его поток развивается свободно, так как ему хотелось. Ну, комфортно двигаться, комфортно меня держать. Есть причины для того, чтобы изменять атаку. А потом это уже поздно. Thank you.
сопротивляться. Тогда мой центр становится внутри. Сюда нас схватывает. Я тоже не могу его в буквальном смысле взять. Но я могу реализовать силу, которая стоит. Вы начинаете садиться. Его рука, вы не можете, если вы уже выработали эту длину, но садитесь. Здесь уже все здесь просто. Да? У него нет нужды никуда двигаться больше. Попробуйте, садясь, раскрываться. Если вы сделали раз, два, эта рука обвисла. Часто не обращает на это внимания. Делает. Вроде все правильно. Вошел, плотно вошел, руку поднял, подсел по центру. И все, дальше нет. А партнеру, когда его не делают, я уже сил уже не реализовывается. Ну всяко. Тут же вас поднял. Да, поднял. Не делите на раз, два. А если вы хотите сразу, то взяли. Сейчас пока встать из хорошего захвата укоренившейся позиции. Реализовать. Thank you.
крепкий товарищ. И чем больше я буду быть логистом, тем больше он будет усиливать вас. Он не может противодействовать своей собственной силе. Я даю возможность его потоку, когда я реализую его киносерию. По своей собственной силе он двигается. За моей ними, как только я начинаю прикладывать малейшие хотя бы усилия сюда, я могу начать с ним двигаться до стены, но мне же что-то так получится. Прямо не смог. Да? Я тебя не толкаю. Моя рука на пол, не значит, что я его туда забиваю. Thank you.
целом он сильнее, чем вся правая рука. Уже как бы понимаем, могут что-то чего-то. А здесь он вдруг пошел. Я не могу его поднять одной рукой. Это же невозможно совершенно. Как? Ну, ладно, конечно. То есть я 95 килограмм поднять не могу. Но я могу поднять меч, который находится у меня в руках. Когда я меч поднимаю, вот мой товарищ.
действия с его руками, совершить какое-то действие с объектом, да, все пропадает. Как только я поднимаю вещи, все становится очень просто. Можете себе сейчас так вот взять, как будто у вас меч. Вы этот меч поднимаете не просто вверх, а так вот вращаете. Небольшой поворот градусов на 5. Никакого сопротивления, если просто ко мне не возникает, потому что до этого он держал меня, а потом непонятно, что это. Когда он держит Михаила, он меня контролирует. Сознание, да, мы вдруг начинаем, можем ее вытягивать.
как невозможно. Это бред какой-то. Но на самом деле, если вы это себе представите, это начинает работать. То есть тогда вот эта вот вещь становится объективной. Вот постоянно говорю какие-то вопросы на семинаре. Мы головой киваем, ничего не понимаем. Примерно так же, как это, чего там создать. Просто в какой-то момент, видимо, накапливается определенное знание. Во-первых, в теле. Тело начинает грамотно двигаться. Уже ум и тело, они живут, уже начинают вместе где-то примерно жить. Да? То есть тело выполняет команду ума, ум не противоречит движению тела. И в этот момент вы освобождаетесь, вот появляется результат. То есть это само собой, мне кажется, это естественный результат регулярных тренировок. Пока я это делаю на физическом уровне, то есть использую свои мышцы тела, это очень сложно, потому что он именно это и держит. Как только я отрываюсь от этого человека, как только Алексей не перестает существовать, появляется его сила. Когда вы переодеваете руку, если вы уже сделали это движение, то потом взять руку достаточно сложно становится. Это первое. То есть в процессе раскрытия взять первую руку и очень легко ее освобождать. Здесь не надо. Движение просто раз открыли. Замыкаем вот тему сустава. Вера же мне помогает легко схватить его запястье. Ну, пошла еще.
Thank you.
Я цифрую. Движение получается.
Я
часа, получается.
Я подойду, я подойду. Я просто вам дам посмотреть потом, что вы делаете. Thank you.
Здесь не обязательно перехватывать руку в кайдане. В динамике нужно опираться на вашу руку. Сейчас делаем,
Да, работайте. Один. Один есть, точно. Не бойтесь, ход медленно,
Я контролирую его голова. Thank you.
каждым разом нужно его еще больше заводить. Он только хочет, он только собирается. Он только... А вы уже вошли к нему. Если вы будете ждать, тогда его сила и скорость имеет значение. Да, если я буду ловить уже идущий удар, тогда я не могу войти. Уже которого уже развился удар, здесь я не могу войти. Он начинает меня сметать. Почему?
имеет только одну степень свободы. Вот это. Он не может влево-вправо вращаться. Правда? Плечевой сустав. Ты только можешь вращаться вокруг оси. Это кисть тоже работает. Сустав кистевой тоже может только так вращаться. Здесь вот сустав замкнули. Запястье. Здесь, в локтевом суставе, в плечевом суставе рука не может только вниз опуститься, выйти из сустава, да, это жесткое крепление. То есть он может, сустав может вращаться вокруг своей оси, здесь, да, но вниз-то я его не могу опустить. И локоть не сгибается в этом направлении, вот только сюда сгибается. Вы выходите в никел, и да, у вас все суставы замкнуты, и вы пытаетесь его сломать руку. Согните руку, локоть. Согните локоть. Когда он сгибается, вы можете вращать плечевой сустав. Да, в плечевом суставе. А этот сустав у вас замкнут. Он еще легко опускается. Анатомию изучайте. Своего собственного. Все суставы замкнуты, все, и нет никакой степени свободы. Я же не могу так
через ваше тело. Не знаю, насколько это правильно объяснение. Для меня это так звучит. Я себе представляю, как это происходит. То есть в данном случае вот я исчезаю. Силы работают друг против друга. Как только я понимаю, что они держат меня, сразу все исчезает. Как они держат друг друга, как только я пропускаю силу, то есть силу Алексея, туда, центр они могут.